Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в том числе председатель общины Турал Гинджалиев, член делегации Гюльмамет Мамедов и свидетели хаджалинского геноцида Дурдана Агаева и Джейхуна Ликперов, находятся с визитом в США. Это первая зарубежная поездка азербайджанской общины Нагорного Карабаха в таком составе. На время визита запланированы встречи в Лос-Анджелесе с местными общественно-политическими деятелями, исследовательскими центрами и журналистами. Во время визита, свидетель хаджалинского геноцида Дурдана Агаева встретилась с Джошуа Кауфманом, 92-летним жителем США, который пережил Холокост.